Глубокоуважаемые коллеги, гости и друзья, мы традиционно рады пригласить вас на 4-й Петербургский международный онкологический форум «Белые ночи», который будет проходить в этом году с 5 по 8 июля. С каждым годом форум растет, и мы растем вместе с ним теперь уже в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени выдающегося врача и ученого Николая Николаевича Петрова. Мы внедряем и развиваем новые технологии в области диагностики, лечения и реабилитации онкологических больных, основываясь на мультидисциплинарном, прецизионным, пациент-ориентированным, пациент-центрированных подходах. Эволюция в лечении злокачественных новообразований особенно ярко коснулась лекарственной терапии, гормонотерапии, химиотерапии, биологически направленной таргетной терапии, иммунотерапии, генной терапии. Все эти вопросы и многое другое осветят в своих докладах международные и отечественные эксперты. Их доклады будут сопровождаться обсуждением и интерактивным голосованием. Особенно хотела обратить ваше внимание на конференцию по индивидуализации лечения имени Михалыча Гершиновича, которая будет проходить в день открытия форума 6 июля. Также особо хочу обратить ваше внимание на одноименные конференции по сопроводительной терапии, реабилитации и паллиативной помощи. Наш форум «И Санкт-Петербург» ждет вас!